По словам местных, в Израиле Пугачева получает и пенсию – почти 75 тысяч рублей в месяц. На сегодняшний день 3700 шекелей, 1100 долларов. Пенсию она получает в Израиле. Вступила на землю, на нее действуют все права. Сразу пенсию ей выплатят в аэропорту. Муж у нее еврей, он по маме еврей. Максим, он считается 100% еврей по галактическому исчислению. А его жена и также дети, они также получают гражданство. Сергей Соседов возмущен, почему израильская пенсионерка Алла Баруховна не откажется от российской пенсии. С надбавками пенсия певицы может быть под 50 тысяч рублей. Но она считает, что это пенсия гроши, хотя пенсия у нее приличная. В сравнении с другими пенсионерами, которые ветераны труда, какие-то деньги. Она же помнит, какие у нее были гонорары. И сколько было концертов всяких, и корпоративов, где ей вообще платили немерено.